Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сделать ваш смартфон Samsung Galaxy S21 Plus более похожим на iOS, то есть чтобы его оболочка выглядела как iOS. Для начала мы переходим в Play Market и вводим далее iOS 14. И скачиваем самый первый от вот этого вот разработчика лаунчер, и также скачиваем центр управления iOS 14 от этого же разработчика. Это важно. После чего переходим на главный экран и видим, что нам предлагает теперь iOS 14 лаунчер. Выбираем его, выбираем всегда. И уже можем заметить, что оболочка стала нам напоминать Apple-овскую оболочку. Ну и самой фишкой Apple-овской оболочки, конечно же, является панель управления, да, то есть Control Panel. Заходим в центр управления. Сейчас, скорее всего, у нас полетят рекламы, поэтому я предлагаю сделать звук тише. И здесь выбираем, чтобы отображалось у нас поверх всех наш центр управления. Переходим обратно. Пролистываем, как я и говорил, смотрим рекламку нашу. Закрываем ее. И далее видим, что мы можем настроить размер, цвета, также позицию. Давайте настроим позицию. Пусть она будет слева. Максимальный размер, как мы видим, вот она вот здесь вот у нас уже находится. И поставим такой более красный цвет. Переходим на рабочий стол. И теперь, когда мы будем проводить вот здесь вот пальцем, перед нами будет выскакивать панель управления. И теперь, если мы, например, нажимаем на калькулятор, нас перекидывают вот в такую вкладку, где мы выбираем, что мы хотим открывать, когда мы нажимаем на калькулятор. Конечно же, мы хотим открывать калькулятор. Переходим. И пробуем. Так, у нас куда-то пропало. Давайте подождем, сейчас оно появится, скорее всего. Да. Жмем на калькулятор, и у нас открывается, как ни странно, калькулятор. Ну и, в принципе, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!